утро начинается. Видите? 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 Вот так вот. И все уже кружат об ноги, трутся. Вот это вот. Ой, эти, знаете, какие подруги. Они умеют за жизнь цепляться. Что, мяу? Девки, я только сама проснулась, а? Ну, поимейте совесть. Ой. Ой, господи. Доброе утро, мои дорогие. Вот так вот. Тут без кошек не останешься. Они быстро с помойки перекочевали. Прям такая. Ну чё, рыжуха? Ой, ему прям мур-мур-мур. Мур. Так мало того, они уже в дом лезут, просто как хозяйки, понимаете? Двери-то открыты, тепло ж на улице. Просто прям вот. Так они же блохастые, не пойми какие. Ну, куда в дом-то? Ой, да. Покормила, все. Мы твои. Ой, ну ладно, вроде хороший день должен быть. Еще не умывалась, только проснулась, вышла на улицу свет выключить. А тут на тебе. Ну чего, жду, когда вы распуститесь, розочки. А вы что-то как-то не очень торопитесь. Бутончиков много. Больно быстро я хочу все. Вот как вы думаете, девочки? Делала. 3 дня ушло. Стала разбирать. Оно взяло и развалилось. Это же должна была такая быть. Видите, какая штука-то была симпатичная. Ну и чего вот? Знаете, сколько приходится выкидывать? Нифига все не получается. Нет. Вот так вот. Ну что? Я ее разрисую, доставлю вон на участке где-нибудь. Пусть стоит. Каких-нибудь стекляшечек наложу. У меня их много. Вот таких каких-нибудь наложу, да и все. Что ж теперь делать? Жалко выкидывать, я говорю, 3 дня работы. Ну. Ой. Зато вон распустился. Как он? Львиный зев называется, что ли? И с 2 этими тюльпанами уже, наверное, пора прощаться. Последние. Такие они прям здоровы. Ну, уже сейчас опадать начнут. Ну ладно, включаем новый день. А вот еще вам не показала. Ландыши. Горлица угукает. Ну а я, кроме работ на участке, вот занимаюсь своим творчеством. Вот делаю из янтаря. Вот такая работа у меня получается. Ну, помните, наверное, да, я в Питере покупала оптом бусины. Я их еще, наверное, вам еще буду показывать.
Вот. И вот это вот, это имитация янтаря. Но мне вот очень нужна была с двумя отверстиями. Вот. Так что здесь янтарь наш балтийский, советский, винтажный. И единственная вот имитация янтаря, это вот это вот коннектор такой. Ну, должно получиться интересно, я думаю. Вот сделаю. Здесь будет каучук. На шее, на самой. Ну, потом сделаю, вам покажу, конечно. Еще хочу начать сегодня сделать украшение вот такого цвета. Есть у меня вот такой кулон. Такой цвет, прям, я не знаю, он завораживает. Это когда-то мне присылала Галина Санна. Очень такой дорогой для меня человек. Камера не передает цвет. Вот этот цвет такой же практически, как этот. Но почему-то... Ну, это камера, да. Вот, так вот, серьги я ношу, а вот сам кулон как-то у меня лежит и лежит. Хорошая очень работа, очень качественная вещь. Вот, и... А, почему лежит? Потому что оправлен в медь. И как-то я все сомневалась. А сейчас думаю, а что сомневаться? Медная у меня есть фурнитура. Надо взять, попробовать сделать. Хорошее стекло, оно не хуже камней, а бывает и лучше получается. Так что вот попробую. Вот это у меня еще гранатовое стекло есть. Ну, не знаю, маленькие пойдут такие, нет. В общем, короче говоря, современность и винтаж. Все, как я люблю. Вот, ну, сделаю вам, потом покажу, что получится. Вот только не знаю, сатуар делать или просто длинные такое украшение. Ну, ладно, это по ходу дела, наверное, выяснится, как всегда. Оно, думаешь, одно, получается другое. Руки у меня. Красота! Огородные, цементные. Так что уж, милые, уж извините. Это теперь будет все лето. Ничего не поделаешь. В перчатках я не могу работать. Я не чувствую. Поэтому такие руки. Я их и мажу кремом, и вазелином. Ну, до того, как с цементом работать. Но все равно забивается, и руки сохнут. Ну, ладно. Короче говоря, я работаю, мои дорогие. Ну что, мои дорогие, процесс пошел. Вот первые элементики. Вот я тут вся обложилась всякими штучками, нужными мне для работы. И сейчас будем собирать. Такой-то процесс увлекательный. А еще он более увлекательный, когда у тебя, скажем так, всего понемножку. И вот из этого всего понемножку, ну, вот этих много, мало вот такой мелочи. Но вот нужно из этого
понемножку создать красивое украшение. Что я и буду стараться делать. Вы знаете, мне кажется, оно будет похоже на старинное. Потому что такой цвет красный и медь. Да, он как-то так. Ну ладно, я буду потихонечку работать и вам показывать в процессе. Поджигатель. Хорошо, ветра нет. Воды было много так в мангале. Ну, дожди же шли. Так. Ну, у меня еще сколько сжечь надо. Ну ладно, я пока полить буду. Ну все, сейчас догорит и хорошо. Ну и собственно на этом практически уборка закончилась. Ну не все, конечно, есть еще кое-что поделать, но основная часть все. Да, тяжело мне дались эти дни. Получается, неделя. Ну, что делать? Ничего не поделаешь, надо. Делать надо. Зато сейчас пойду с чистой совестью спать. Ну, скоро приедут гости. Будут жариться шашлыки, а не ветки гореть. Красота. Ну что, мои дорогие, закат я пропустила. Будем прощаться с вами вот на таком фоне. Давайте, мои золотые, будьте здоровы, не переживайте, не грустите. Смотрите мои видео, ставьте лайки, потому что для меня это очень важно. Просмотров мало, но если будут лайки, ну, соответственно, просмотрам, то это все равно канал продвигает как-то немножко. Так что вот такие вот дела. Ну, давайте, завтра увидимся, надеюсь. Хорошего вам вечера и спокойной ночи. Я вас люблю, целую, обнимаю. У меня вон кошки пришли, есть хотят. Пока-пока, мои дорогие. Always a moon when the tide is